Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю шарлотку, очень быстрый и вкусный яблочный пирог. Для его приготовления мне потребуется на 2 яйца, щепотка соли, 80 граммов сахарного песка, 80 граммов пшеничной муки, пол чайной ложки, даже чуть меньше, треть, наверное, чайной ложки разрыхлителя, 3 небольших яблока. Прежде всего, яблоки я чищу и нарезаю. Яблоки очень быстро темнеют, поэтому вот слегка сбрызгнув лимоном, они смогут простоять вот в таком в красивом виде несколько часов. Немножко сбрызнули и теперь нарезаем. Немножечко как бы веером их раскладываем, чтобы они у нас получились красиво, потому что это будет низ пирога. Еще разок. Если у вас яблоки кислые, вот как у меня, и чтобы сбалансировать вот эту кислинку, я немного вот так посыпаю сахаром. Он при выпечке разойдется, но сбалансирует вкус. Так, яблоки могут стоять, а я занимаюсь бисквитом. Бисквит готовится очень легко и быстро. То есть мы ничего не отделяем. Яйца. Добавляем щепотку соли. И хорошо смешиваем до пышности, взбиваем. Пока это я все делаю на небольшой скорости, постепенно добавляя сахарный песок, я увеличиваю скорость. У меня масса должна увеличиться в объеме в 3 раза и сильно побелеть. Просеиваю муку, добавляю разрыхлитель и аккуратно перемешиваю. Но не делаю это долго, все надо делать быстро, потому что иначе мука, вот мука, она сразу оседает вниз. И мне нужно это быстро перемешать, чтобы не осталось комочков. Почему не миксером? Потому что миксер все-таки очень резко все делает. То есть мне не нужно вот это сильное перемешивание. Комочки вот так перемешала. И теперь не спеша опять перемешала. Со стенок собрала. Со дна. Главное, чтобы не осталось комков. Вот такой получился очень гладкий бисквит. И теперь заливаю все это. Разравниваю. Конечно, если вы очень любите тесто, то можно количество добавить. То есть на каждое яйцо вы берете по 40 граммов сахарного песка и по 40 граммов муки. Чтобы заполнить пустоты, немного взбить, встряхнуть. Все, отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться 30 минут. Ну вот такой получился бисквит. Теперь аккуратненько, вот только вынула из духовки, аккуратненько отсоединяю,
потому что форма у меня обычно стеклянная, я ее ничем не смазывала. Если вы хотите, чтобы бисквит вот так не прилипал, то, конечно, тогда можно смазать сливочным маслом, либо растительным. Мне же нужно, чтобы пирог был абсолютно максимально диетическим, поэтому я его ничем не смазывала. Так, поэтому яблоки у меня, наверное, не отойдут. Вот, мягкой лопаточкой, она прекрасно гнется и удобно будет сделать. Так, и теперь на тарелочку. На тарелочку. Аккуратненько. Аккуратненько вот так переворачиваем. Видите, немножко яблочки остались у меня тут. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас я их соберу. Так, теперь я это можно присыпать сахарной пудрой. Можно украсить вот так листочками мяты. Я себе отрезаю кусочек. Небольшой кусочек. Можно украсить мороженым. В общем, все по вашему усмотрению. Я себе делаю вот такой просто легкий яблочный пирог. Он абсолютно получается диетическим, мало калорийным, но невероятно вкусным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.